Приветствую всех уважаемых покупателей электронного дискаунтера CityLink. Мой сегодняшний обзор посвящен фильтру Хама, вот такому вот нейтральному фильтру с коэффициентом затенения вот от 2 до 400. Видно тут? Вот. От 2 до 400. Значит, буду делать его вскрытие сейчас и параллельно рассказывать об этом фильтре. Значит, так, для этого мне понадобится вот этот вот нож. Сейчас выдвигаю нож. Так, значит, затенение, регулировка затенения происходит вращением вот этого вот кольца. Вот так вот. В одну сторону увеличиваете затенение, в другую сторону вращаете, уменьшаете затенение. Так, сейчас буду вскрывать. Такс. Вскрываю неаккуратно, но что поделаешь. Как-то надо вскрыть. Так. Как-то надо вскрыть. Вроде вскрыл. Так. Потом, значит, в другой части видео, во второй части видео, я покажу, как можно снимать лампочку, как можно снимать солнце. Такс. А вот оно, вот здесь. Все, вскрыл. Вскрыл. Как можно снимать лампочку, как можно снимать солнце при помощи этого фильтра. Все это я покажу в последней части этого видео. Вернее, не в последней, а в конце этого видео. Так, вроде вскрыл. Значит, тут такая упаковка пластиковая. Такая вот пластиковая коробочка. Так, вот это вот, чтобы не порезаться, уберу. Так, все, вскрыл. Такс. Вот это вот убираю в сторону. Такая вот красивая упаковочка была. Убираю ее в сторону. Вот. Осталось вот это вот. Такс. Как оно вскрывается? Сейчас посмотрим. Ага. Так, 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 так. А, вот так вот оно вскрывается. Вот так вскрывается. Вот. Вот такой вот фильтр. Вот, видите? Сейчас буду менять коэффициент пропускания. Так, вот видите, уменьшается, 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 а потом опять увеличивается, потом уменьшается и опять увеличивается, кружится по окружности. Сейчас вот я вам продемонстрирую, надев на вот это вот, вот видите, увеличивается, уменьшается коэффициент пропускания. Вот. Вот видно что-то, да? Сейчас я увеличу ISO. Вот. Окей. Окей. Вот видите, коэффициент пропускания большой и постепенно темнеет. Темнеет вот. Вот опять. Значит, там, как я понимаю, насколько я понимаю, два поляризационных фильтра. И они друг относительно друга вращаются и затеняют
Вот, видно вам. Вот. Вот. Вот палец, чтобы ему было видно. Вот сейчас не видно его. Вот сейчас опять видно. Вот. И сейчас не видно. Вот, значит, минимальный коэффициент затенения вот такой вот. Вот, палец видно. А вот так палец не видно. Ну, короче, я вам объяснил, что это за фильтр. Кладу его обратно. Покажу еще, как снимать при помощи него солнце. Это тоже будет в моем видео. Так. Значит, вторая часть видео сейчас начнется. Сейчас я поснимаю лампочку. Вот. Вот лампочка. Спираль лампочки. Вот при помощи вот этого вот светофильтра. Вот как вы видите, на максимальном этом, на максимальном затенении цвет даже синим становится. То есть очень сильное затенение. Вот сейчас постепенно прибавляю. Видно лампочку уже. Вот. Кручу, вращаю. Постепенно прибавляется яркость. И вот на максимале становится вот такой. Вот такой вот лампочка становится. Можно опять убавить постепенно. А еще раз повторюсь, это я регулирую вращением фильтра. ИСО я не регулирую, выдержку не регулирую. Выдержка 1,25 в этого видео. Вот. ИСО 100. Я вам сейчас говорю параметры диафрагмы 5,6. Еще раз повторю. 1,25 диафрагма 5,6. ИСО 100. Вот на таких параметрах я сейчас снимаю. И вот вращаю, постепенно прибавляю. Видите, как, какой интересный эффект. Как будто лампочка разгорается постепенно. Хотя на самом деле лампочка все время горит с одной и той же яркостью. Вот. И вот видите, под конец как усиливается. Вот. И сейчас вот опять убавил. Вот. Вот так вот можно снимать солнце, как я лампочку сейчас снимаю. Такой вот полезный фильтр. Сейчас я вам покажу, как можно снимать солнце в третьей части видео. Так, значит, сейчас она начнется. Записываю третью часть своего видео про светофильтр. Про поляризационный, значит. Ой, не про поляризационный, а про нейтральный светофильтр переменной плотности. Вот, значит, сейчас я поснимаю солнце. Поснимаю солнце. Сейчас вот найти надо солнце. Вот оно, солнце. Вот видите, да? Вот я его затеняю, это солнце. Затеняю солнце. Видите, что солнце становится абсолютно, значит, темноватым. И вот так вот, вот это вот максимальная яркость, вот это вот минимальная. Вот минимальная яркость. Короче, вот так вот работает светофильтр. Вот такой вот. Нейтральной плотности. Вот минимум. Даже синее становится. Его, значит, можно снимать пейзажи.
Вот третья часть моего видео. Значит, я сейчас попробую со светофильтром, вот с этим, с нейтральной плотности, поснимать солнце. Вот, нашел солнце. Вот. Вот так вот солнце. Сейчас приближу его. Вот, значит, на минимальной яркости. Вот, постепенно увеличиваю яркость. Постепенно увеличиваю. Вот, максимальная яркость. Вот, минимальная. Вот. Снимаю я через объектив с фокусным расстоянием 200 миллиметров. На кропе получается... Значит, на кропе получается 300 миллиметров, на кропе полтора. Вот так вот работает фильтр с затенением солнца. Такой вот замечательный светофильтр. Так, ну а вот теперь можно... Я вам покажу, что на минимальном коэффициенте затенения можно снимать даже пейзаж. А вот максимальный коэффициент затенения, ничего не видно. Видно только солнце, да? Так, где оно там? Вот солнце. Вот минимальная яркость. Вот максимальная яркость. Значит, я вам все показал, как работает этот фильтр. Подумайте, нужен он вам или нет. Если нужен, то можете купить его в Ситилинке. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Всем счастливо!